В областном центре изменится схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов городской думы. Соответствующей инициативой выступила избирательная комиссия. Подобные изменения связаны с уменьшением числа избирателей и вводом в эксплуатацию новых жилых домов в округах под номерами 1 и 3. Никого из избирателей не оставят без внимания. Более того, 9 сентября, в единый день голосования, жители этих округов будут выбирать не только губернатора и областных парламентариев, но и депутатов городской думы. Первый округ – это район улицы Куконковых, это район, который находится на улице Смирнова территориально. Соответственно, третий округ – это проспект Строителей, 30-й микрорайон. Хочу сказать, что с избирательными округами, с конкретным домом, который входит в эти избирательные округа, можно знакомиться и на сайте избирательной комиссии Ивановской области, в том числе и на сайте Ивановской городской думы.